Светлые комнаты, новые окна, тепло и сухо. Почтовое отделение поселка Усово-Тупик не узнать. Запаха плесени как не бывало. Все помещения просушены, батареи полностью заменены. Стены выровняли, отбили гипсокартоном, уже почти закончена покраска. А буквально месяц назад здесь была совсем другая картина. Стены все были в грибке, обваливались, штукатурка просто-напросто отходила, сырость была страшная. Люди, которые здесь работали, они как бы вот чуть ли не бронхиальными какими-то заболеваниями болели, потому что везде был грибок, везде была штукатурка, а трубы канализационные, там водяные, они прям вот капала с них вода, испарение. По полу невозможно было ходить, говорят местные жители. Буквально проваливался под ногами. Его заново залили, выложили плиткой. Все ремонтные работы выполняются без отставания от графика и завершатся буквально на днях. Работы идут полным ходом. Мы сегодня приехали посмотреть. В ближайшее время основные работы будут сделаны, закончены. А потом рабочие приступят к внешним работам, к фасаду. Ну и я надеюсь, что в обозримом будущем почта вернется в Усово-Тупик, и здесь будет уже, такая, скажем так, по-современному все обустроено и функционировать. Пока жители временно обслуживаются в почтовом отделении поселка Горки-2. Но эти неудобства того стоят. Скоро отправлять и получать посылки можно будет рядом с домом, в комфортных условиях. В этом году планируется привести в порядок еще 13 таких объектов в округе. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».